В Ликино-Дулево прошел необычный мастер-класс. В канун праздника Святой Пасхи дети раскрашивали яйца. Организаторами мероприятий стали общественные организации «Многодетные мамы», «Молодая гвардия» и «Ликино-Дулевское благочиние». Это получился настоящий семейный праздник и совместное творчество. Дети вместе с родителями раскрашивали яйца восковыми мелками, а потом вместе с бабушками окунали их в краситель. В результате даже детские каляки-маляки создавали мраморный рисунок. С нынешней тенденцией, перетягивания все с Запада, мы зачастую забываем, мы, дети наши, о традициях. Из года в год их все становится меньше, но Пасха – самый главный православный праздник, и поэтому нельзя его, в общем, забывать. И именно для этого мы сегодня собрались, чтобы старшее поколение передало младшему поколению все свои знания. Красить яйца решили, как и полагается, Великий Четверг. На празднике присутствовал и благочинный церкви Ликино-Дулевского округа отец Олег Пенешко. Он рассказал ребятам о традициях праздника Пасхи. Ожидали как раз меньшее количество, но даже вот сейчас подходят те, кто увидел, услышал, и родителям интересно, и вот они хотят, чтобы их дети поучаствовали в нашем празднике. Мы хотели бы создать такую вот преемственность поколений, то есть когда старшие помогают младшим. Всего в этот день было разукрашено 150 яиц. Каждый забрал свое творение домой, чтобы осветить их и съесть светлую Пасху.